сегодня мы находимся в кинотеатре «Люксор», где состоится предпремьерный показ фильма «Ужасов маршрут построен». Посмотрим в него мы вместе с одним из главных актеров – Сергеем Сафроновым. Всем приятного просмотра! Создатели отечественных фильмов ужасов заявили о себе еще «Пиковой дамой» и с тех пор продолжают развиваться. На этот раз на суд зрителя предстала картина, которую авторы задумали не только как ужасы, но как хорошо проработанный триллер о непростых отношениях, которые есть в любой паре. К чему они могут привести, если под боком у героев обитает мстительный дух, можно увидеть в кинозале. Так давно выходил фильм «Пиковая дама и черный обряд», который также снимала наша команда вместе с режиссером Святославом Подгаевским. Вот, собственно, это был наш первый опыт. Это был, на самом деле, самый кассовый российский фильм ужасов уже на выходе. И, собственно, после этого мы не остановились и продолжили практику нового, некого, довольно экспериментального для себя жанра, который довольно интересно и снимать, и производить. И, как показывает зритель, есть своя аудитория, которая даже русским контентом интересуется на уровне зарубежного. На хорошем уровне все жанровые аттракционы. В некоторые моменты зал вскрикивал почти хором. Именно на этом и акцентировал внимание Сергей Сафронов, один из актеров фильма, который приехал в Люксор, чтобы встретиться со своими зрителями. Нельзя к этому фильму относиться как к серьезной картине, за которую нужно получать награды. Там, это аттракцион. Это аттракцион в своем жанре. Знаете, когда вы приходите в парк аттракционов, есть карусели, есть комната там кривых зеркал, а есть комната ужасов. И вы туда идете для того, чтобы побояться. Вот это тоже аттракцион, когда вы приходите в зал, и вы оказываетесь вместе. Здесь еще такая атмосфера в этом фильме автомобиля. То есть вы оказываетесь вместе с главными героями в салоне автомобиля, и с вами еще там ездит призрак. После беседы с нами известный иллюзионист раздал автографы всем желающим и не упустил возможности продемонстрировать свои умения. Вы знаете, кто такие филиппинские хиллеры? Нет? Филиппинские хиллеры – это врачи, которые могут делать операцию без хирургических инструментов. И я познал их тайну. Смотрите внимательно на мой живот. Надеюсь, у меня получилось. Смотрите. Фильму удалось выполнить основную задачу ужастика – удержать в напряжении зрителя практически с самого начала, постоянно нагнетая атмосферу и демонстрируя спецэффекты хорошего уровня.